Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Данный видеообзор специально подготовлен для интернет-магазина рыболовных снастей F-магазин. Вот воблер Касадака Re-Range 110 SP. Цвет воблера МХТ или МНТ, как кому удобней. Воблер заявлен как суспендер, 110 мм, 17 грамм вес, от 0,5 до 1,2 метра заглубления. Вот. Вот такой вот воблерок. Здесь выбиться на спине Касадака. Здесь Re-Range 110 SP. А тут заглубление от 0,5 до 1,2 метра написано. Цвет кислотный, как я люблю. Лопата такая вот тут мощная стоит. Не сломается. Воблер тихий, я могу сказать, потому что он тихий, да, тихий воблер. Ну, как и Re-Range от Шакала. Вот еще такой вот воблерок, цвет Кефлир 115 SP. Самый мой любимый цвет. Кол 0,50. Вот тут написано характеристики. 16,5 грамм. От 0,8 до 1,4 заглубления метра. Вот сейчас показываю 14,7 грамма. 14,7 грамма. Почти 15 грамм. А заявлено в воблере 16,5 грамм. Вот как-то так. Так вот он выглядит. Кислота. Кислотный цвет. Здесь оранжевое брюхо, 115 SP флирт написано. Здесь цуёки выбиты. Заводное кольцо стоит на лопате. Я его всегда снимаю, потому что оно не нужно вообще. Ну, если на флюр только рыбачить. Такие рыскающие движения делает на 180 градусов, разворачивается, когда на твичинге его проводку делаешь. Обалденно играет. 5 штук таких уже оставил я в корягах. Вот решил еще себе взять один такой воблерок. Погремушка у нее нормальная, вот такая. Да, шумит нормально. Всем спасибо за просмотр, до встречи на канале.